Новый порядок затронет классификацию токенов. Управление финансового надзора Германии опубликовало новое руководство о том, как будут классифицироваться токены, проданные во время ICO, а также включая те, которые будут рассматриваться как ценные бумаги. Данное руководство появилось как следствие запросов от предприятий, заинтересованных в продаже токенов в Германии. Управление информирует, что токены могут классифицироваться как различные финансовые инструменты, включая акции, деривативы и представления о правах голоса. Таким образом, управление сможет выяснить, соответствуют ли токены продуктам, действующим по национальным и европейским нормам.